кафе, но кофе не хочется. А просто посижу сейчас и буду возвращаться обратно. Так, а мне нужно пешочком теперь подняться домой. По этой дороге ходить. Во дворе между домами садик. Проходит железная дорога, вот это первая линия, где проживают местные жители, первая линия домов. Здесь дорога автомобильная и ЖД. А это вот это полуостров Мандолина. Проходов нет, рамы не работают. Аккуратненько подстрижены кустики. Тесак, это у них ларечки, где можно купить сигареты, газеты. Паркуют автомобили прямо на тротуарах. Автомобили везде. Дом красивый, смотрите. Так, ну что, пробую здесь сворачивать. Здесь уже капусточка выросла. Февраль месяц. Салатик уже вырос. Класс. Поднимаю здесь. Куда тогда мне выведет эта дорога? Будет такая мне прогулка. Ага. Дорога пропускает. Улицы узкие. Еще лучше открылся вид. Вот такие вот тут лесенки, ступенчики. Сколько машин припарковано. Тоже парковочка. Строится дом. Видите, лес, лес, горы. Сколько дров. Тоже очень приятный домик. У них тут оливковая роща и травка. Все. Больше ничего не выращивают. Тоже строится домик красивый. Класс. Здесь тоже кто-то участок прикупил, но еще ничего нет. Только участок. Говорят, шибеник. Там еще дома прям вообще на самой горе находятся. Тоже. Туда уже дальше никак не пройдешь. Камни. Деревья засохшие. Природа. Это транспорт. Трасса. В каждом дворе здесь есть барбекю. Вот так вот, миленько. Вот так вот и живем.